Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута. Тут что-то странное. Погоди. Я должен увидеть. Thank you.
Она защищает детей. Осторожно. Бережет спину. Там она беззащитна. Артём, скорее сюда! Слава богу, цел. А кто это с тобой? Неужели... А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет! Не стреляйте, полковник! Тогда держите его подальше, а то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артём, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. О, я понимаю его, вижу его мысли и слышу твои, Артём. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили давно. Так вот почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я? Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои! Мои! Они там! Они спят!
Да это же... Это же... Смотри, они в спячке. Он не один. Я должен их разбудить. Им пора жить. Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом, вокруг. Но я должен, иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю, что надо. Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные! Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной!